Лето, солнце, теплая погода. Наверное, мы привыкли именно так встречать июнь. Но пока прогнозы синоптиков не самые благоприятные, именно к такой жаркой поре готовятся спасатели и пожарные. Отработка действий в случае ЧП традиционна для Щелковского района. Мы каждый год проводим эти занятия, показные, инструкторские, методические, для того, чтобы у людей все знания предыдущие обновить и принести все новации, которые на данный момент нам рекомендованы и сверху, и уже из опыта работы, для того, чтобы все имели единые подходы и возможности для того, чтобы управлять ситуацией при предотвращении возгораний в лесу и, соответственно, при предотвращении гибели людей на воде. В этот раз учения начались в Щелковском районном культурном комплексе. Зрителями стали сотрудники муниципальных учреждений. По сценарию возгорания произошло в части здания, куда немедленно прибыли пожарные и спасатели. Эвакуацию людей помогала произвести новая техника. В частности, автогидроподъемник. Его высота позволяет добраться до третьего этажа. Вслед за эвакуацией собравшимся продемонстрировали работу добровольной пожарной дружины. Дружинникам предстояло ликвидировать очаг пожара на природе. Вот вы видите, что рука горела полная, тушили начали. И, наконец, отработали и действия в экстренных ситуациях на воде. Человеку, оказавшемуся за бортом лодки, быстро прибыла помощь. Слаженные действия всех специалистов, использование современной техники и детальное знание местности дают возможность оказания своевременной помощи людям, попавшим в экстренную ситуацию. И такие тренировки и есть залог безопасности граждан. Кстати, слово о технике. Сегодня в распоряжении спасателей аварийно-спасательные автомобили, гидроподъемники, автоэвакуаторы или лесопатрульные комплексы. Все эти боевые единицы помогают справляться с опасными ситуациями и спасать жизни людей. У нас на вооружении современные аварийно-спасательные машины. Эти автомобили оборудованы гидравлическим инструментом, который позволяет оказывать помощь при дорожно-транспортных происшествиях, при завалах. Мы работаем совместно с пожарной охраной, с пожарными, аттестованные на ведение аварийно-спасательных работ. Проведенные тренировочные учения показали, к чрезвычайным ситуациям щелковские службы спасения готовы. Наталья Медведева, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».